Всем привет и добро пожаловать на канал, с вами я, Джискиран, и сегодня у нас, так сказать, компиляция. Реакция обычная и, типа, жена меня заставила, потому что это клип кей-поп группы, сделанный для League of Legends. Я трек слышал, видел выступление на этом, ну, как он называется, на открытии Лиги Легенд, турнира, я так... Да, турнира. И вот, ну, этот там смотрели, я его так, чисто краем глаза видел и не посмотрел. И решил такой, а посмотрю-ка я его нормально с вами. Ну что, он красиво нарисован и прочее, я видел. И цифровые девочки тут красивые. Но вот тут мне стилистика больше нравится, нежели на выступлении. Здесь оно все как-то... Даже лучше, чем на выступлении было, по-моему. Тут они вот реально в League of Legends стиле. Няшки. Воу-воу. А, ой, это и правда Эвелин. Потому что она исчезла. Вот это Ари няшка. Стирает хвосты свои, что ли? А, нет, она стирает шматьё своё. Забавно. Вот это, я так понял, Акали. Блин, клёво выглядит. Воу-воу. Дракон. Ну, танец я уже видел. Он забавный. Я бы сказал, он миленький, что ли. Ну, трек, кстати, мне сам по себе нравится. Он прикольный. А это я не помню, кто это. А, это Акали. Вот это не Акали, то была Акали. Рыбчина, рыбчина, ёп. Какая она забавная. Прикольно вот это с банданой сделано. Это Катарина, наверное, была. Не пинайте меня, пожалуйста. Я давно в LoL не играл и уже ничего не помню. Но они всегда делали вот клевые треки, клипы к открытию персонажам и прочее. У них это всегда очень круто и клево сделано было. Мне всегда нравилось. Взять тот же самый Пентакил или ту же самую Джинкс. Вау-вау-вау. Блин, ну красиво. Сама же на себе же. Блин, клёво, красиво выглядит. Ну да, это Акали. Вот в бандане я мог только перепутать, кто это. А, клёво. Люблю банданы. Ну вообще не все клёвые, ладно. KDA. Ну, это понятно. Все мы знаем. Ну, по крайней мере, все, кто увлекаются лигой, знают. Кто делал клип и чё, как и почему. Ну, клёвый клип, девчата молодцы, трек классный, мне всё понравилось. Выступление реальное было ничем не хуже. Не, ну понятно, что оно было реальное, но реальные они тоже няшки. Даже, я бы даже сказал, они симпатичнее, чем игровые. Но для многих же 2D-тян это лучше. Ну, короче, это уже не на этот ролик. Ладно, всем, кто смотрел, спасибо. Не забываем подписываться и ставить лайки, если вам понравилось и вы хотите видеть еще. Можете писать комментарии, мне всегда интересно их читать. Ну и вступать в группу ВКонтакте и подписываться на Twitch, приходить на стримы. А с вами был я, Джискиран. Мы смотрели KDA Popstar. Ну и все. Всем спасибо, все свободны. Пока.